В Аральском районе сданы в эксплуатацию 5 новых объектов. В аулах Козжар и Мергенцай открылись медпункты. Медицинский пункт был крайне необходим этим отдаленным аулам. Сельчанам приходилось ездить на прием врача в районный центр. Теперь этот вопрос решен. Новые объекты оснащены современным оборудованием. Население радо, что создаются все условия для людей. Не надо уже ездить далеко. Здесь все будут лечиться. Хотелось бы, чтобы медпункт стал фельдшерско-акушерским. Планируется открытие новых медицинских пунктов и в аульных округах Куланды и Акбасты. В следующем году завершится строительство районной больницы. В этом году здание уже построено, проведена отопительная система. Теперь остались отделочные работы. На следующий год остается работа по оснащению больницы. На это из республиканского бюджета предусмотрено свыше 1 миллиард тенге. Это все мы понимаем как большую заботу главы государства об Арале. А предприниматель Казанаша Удырбаева открыла в ауле Каратерен мини-цех по переработке рыбы. Здесь в сутки замораживается и экспортируется в Россию 15 тонн рыбы. Работой в цеху обеспечены 15 человек. У нас на сегодня имеется 4 холодильных цеха. Годовая мощность 2500 тонны. На сезонные работы планируем привлечь до 50 человек. Берег Жандауретов в Аральске открыл торговый дом «Ерай». Кроме того, в райцентре сдан в эксплуатацию новый автовокзал. Здесь имеются зал ожидания, медпункт, аптека, столовая, магазин, комната матери и ребенка. Ежедневно отсюда направляются автобусы в 17 населенных пунктов района, а также в Кызылорду, Актобе, Туркестан и Шымкент. Чингис Уалихан, Алаймужан Жолтаев, Арынгазы Алпыспаев, Канат Махамбетов, телеканал Кызылорда.